Изменения будут связаны с тем, что более, то есть безопасные товары будут спокойно пересекать границу. Мы будем, допустим, в России есть сгущенное молоко, произведенное в Беларуси, потому что они там делают это очень хорошо. Белорусские тракторы очень хорошие, не будет никаких препятствий для того, чтобы они пересекали границу с Российской Федерацией, используясь максимально здесь. И многие виды российских товаров также спокойно получат дополнительные рынки сбыта на белорусской и казахстанской территории. То есть техническое регулирование сформулировано таким образом для того, чтобы барьеры для безопасной продукции были минимально необходимыми. Одна вещь, которая есть для производителей, то, что вот мы договорились о проведении большого количества работ внутри в течение ближайшего полугода для того, чтобы с 1 января 2011 года на многие виды товара заменить обязательную сертификацию декларированием соответствия. То есть это для производителей будет значительно более просто для выхода на рынок. При этом, как потребители нам быть, да, мы будем защищены от недобросовестного производителя с существенным повышением уровня ответственности.